Петербургском доме национальностей состоялся традиционный новогодний прием для коми-землячества. Открыл событие недавно назначенный представитель республики в северо-западном округе Валерий Козлов. Гости праздника – Санкт-Петербургское землячество «Неватас», межрегиональное общественное движение «Русь-Печорская», коми-община Ленинградской области. Активным представителям коми, среди которых и народный артист коми Михаил Бурдин, вручили благодарности от представительства и Министерства национальной политики. Здесь же подвели итоги фотоконкурса. С праздником земляков поздравили творческие коллективы, представляющие культуру и песни народов, населяющих республику Коми.